74-75% нашего мышления — это негативные мысли. Представьте, что это не вы говорите, а вы оказались в литературный салон, собрался свет общества. Это все ваше «я», все ваши роли. Вы явившиеся в этот салон в виде, значит, разных таких фигур. И 75% из этой публики говорит про чувство вины, которое вы испытываете, про неудачи, которые вы пережили, про других людей, которые вас травмировали, которые поставили вас в неловкое положение. Вот такая толпа, значит, людей, а там 2,5 участника этого большого, значит, светского общества, они говорят: «Молодец, будь собой, старайся, пусть в твоей жизни все наладится, будь героем». В целом, я думаю, что вы бы быстро, конечно, обалдели в таком салоне. И это же наша с вами жизнь. Это внутри нашей жизни все эти суетливые персонажи, которые постоянно разговаривают. И, по сути дела, они нас программируют на негативное самоощущение.